Привет, друзья! Вы на канале Ушастик Kids. У нас тут сегодня соревнование. Отправимся в город героев вместе с ураганом Хэнком. Вот он, наш новый Хэнк в новом классном костюме. И будем выполнять особые задания. И первым заданием у нас ураган Хэнк будет выполнять 36 раз. Ему нужно прыгать, используя подъемный кран. Ничего себе! Это очень сложная миссия. А в игре «Бег за золотом» мы открываем карточки. Какая-нибудь из этих карточек может открыть нового героя. Кстати, нам нужно собирать побольше тарелочек. Кто отправится выполнять эту миссию? Отправим-ка мы с вами Анжелу Джина. Посмотрим, сколько летающих тарелок удастся собрать ей. Ну что, Анжела, ты готова? Тогда вперед за машиной Варюшки и Нозика. Собирай летающие тарелки, проверим твой результат. Так, ну а ураган Хэнк у нас уже подпрыгнул 8 раз на подъемном кране. Ничего себе! О-о! Я думала, он свалится вниз. Но все обошлось. А в игре Subway Surf мы выбрали нового персонажа. И сейчас будем удирать от нашего злого полицейского. Смотрите, какой у нас классный серф. Очень прикольный. Кстати, он может телепортироваться. Очень-очень крутой. Видите, когда мы переходим с одной дорожки на другую, мы как будто исчезаем на мгновение. Очень прикольный. И очень мне нравится эта девчонка. Забыла почитать, как же ее зовут. Кстати, пишите в комментариях, нравится ли вам игра Subway Surf или нет. Если нравится, напишите цифру 10 и какого игрока вы хотите открыть в новой серии. Пишите, я обязательно прочитаю все ваши комментарии. Кстати, друзья, а вы уже подписались на канал Ушастик Kids? Обязательно подписывайтесь. Нажимайте кнопочку подписаться прямо под этим видео. Давайте мы сыграем на канале 1 миллион подписчиков. Осталось совсем немножко. Жми кнопку подписаться. Так, но у нас супер полет в игре Subway Surf. Смотрите, какой классный дым. Он реально радужный. Мы с вами успели взять магнитик. И теперь на него насобираем целую гору монеток. Так, ну что, ураган Хэнк провалился. Придется его спасти. Кстати, он уже у нас упал не первый раз. Миссия ему дается непросто. И отлично, отлично. Еще один прыжок на подъемном кране осталось совсем немножко. И вместе с ураганом Хэнком мы выполним эту сложную миссию. Кстати, наша Анжела Джин собирала уже 17 летающих тарелочек. А вот еще одна на крыше. Старайся не пропускать, Анжела, ведь нам сегодня с пушистиками нужно собирать очень-очень много летающих тарелочек. Ребята, еще в сегодняшнем ролике я буду передавать для вас приветы. Кто тоже хочет получить привет, напишите в комментариях имя и фамилию. И обязательно подпишитесь на канал. Сегодня приветы будет очень много и хорошее. Ух ты, мы с Анжелой нашли ковер-самолет. Это реальный ковер-самолет, потому что это самолет, у которого вместо крыльев встроен ковер. Как мне нравится Анжела Джин, она очень прикольная. Ух ты! А наш Хэнк наконец-то выполнил миссию и получил награду. Ну а в игре Subway Surf мы выбираем следующего персонажа, с которым отправимся собирать монетки. Ух ты! Харуми! Какая она прикольная! Выберем ей костюм и подберем ей доску для серфа. Ух ты! Такой это у нас борт. Big Blue, крокодил. Вау, какие классные доски! Так, а это похоже на какого-то жука. Я забыла, как он называется. Так, ну что, удастся нам взять досочку? Отлично, мы на ней. Так, это, по-моему, какой-то ядовитый жук из таких старых мультиков или сказок. Ой, он мне очень нравится, кстати, классный. Но больше всего мне понравилась доска в виде змеи. И телепорт, кстати, то доска, которая может телепортироваться, очень тоже крутая. Ух ты, мы взяли коробочку с бонусами, но чуть не делились. Еще немножко монеток, и того у нас уже почти 100 монет в игре. Ух ты. Так, нас играем еще немного. Так, найти бы снова досочку, так классно. Убегать на доске, она дает нам дополнительную скорость, и ей очень-очень классно управлять. Ну, а у нас в игре город героев ураган Хэнк сражается против своих енотов. Они стреляют в него из базуки. Вы только посмотрите, какие же они злющие. Только бы они не попали в нашего Хэнка. Ура! Еноты всех разгромили. Мы всех енотов выгнали. И Хэнк получает еще одну награду. Карточки, за которые мы можем спасать. А в игре Subway Surf мы получили мешочек с золотом. И еще один мешок. Отлично. А то у меня попал в логово к самому
воришки енотиков. Вот оно. И тут, кстати, мы тоже можем собрать летающие тарелки. Вот у дома мумия пока маловато летающих тарелок. Всего лишь 8 штучек. Надо бы побольше, Том. И заодно надо поймать хитрого енотика. Вы слышите, как он смеется в этом туннеле? Ничего, ничего. Сейчас он досмеется, и мы его с вами точно поймаем. Давай, Том, догоняй уже этого хитрого енотика. Скорее, скорее, скорее. О, у нас еще одна тарелка. А вот и енот. Сейчас ты у нас получишь. Вот тебе. Получай, воришка енотик, хитрый енот. Вот тебе, вот тебе. Отдавай наше золото, кстати. Если мы сейчас заработаем 3 звездочки, ай-яй-яй, всего лишь 2 300 слитков золота. О-оу, эй. Наш Том мумия обрезался. Ничего, спасаем его. И еще одна летающая тарелочка уже у нас, мои хорошие. А в этот раз, кстати, наш ураган Хэнк ловит 55 бегущих енотиков. Целых 55 штук. О-о, он тоже врезался. Ничего, сейчас мы его спасем. Эти еноты такие шустрые, я не успеваю их ловить. Вы только посмотрите, как они шустро бегают, да еще все в разные стороны. Ничего-ничего, мы всех вас поймаем. Ну что, а в игре Subway Surf у нас новый персонаж, которого поймал полицейский. Так, разгоняемся посильнее и полетели. Какая классная девчонка. Кстати, напишите, какой персонаж из игры Subway Surf вам понравился сегодня больше всего. Ой-ой-ой, совсем забыла, у нас же целая гора приветиков. Приветиков для моих подписчиков. Первый привет у нас получает Настюша Кириллова и Аня Оленина. Приветик летит для Ксении Коляда и Анжелики Художиловой. Большой-большой привет. Глеб Чернавин и Валентин Швец тоже ловят приветики. Привет получает Лена и Катюша Кошачевы. Артемий приветик ловит Катюша Сарикова и Вика Комиссарова. Матвей Лунков и Илья Шабловская. Привет получает Надя Тихонова, Даня Зубряков, Арина Миронова. Приветик летит для Жасмин, Дарьи Афановой и Майи Дубник. Также у нас приветик получает Лера Дубинина, Надя Красавина, Даша Семишина, Юля Корнеева, Наташа Акинтьева ловит пушистый-пушистый приветик. Милена Агабекова получает приветик, Милана Агабекова, Настя Юртаева ловит тоже пушистый привет, Сонечка Дудковская, Таня Боброва, Ксюша Бедаш и Карина Хомяченко. Привет получает Даша Саина, София Тракай, Кирилл Сушилкин, Катюша Устинова и Вика Казанцева ловит большой привет от нашего канала. Вот такие приветы, друзья. Не забывайте писать в комментариях ваше имя и фамилию, чтобы получить привет в одной из новых серий. Так, ну а наша к испытанию в игре «Бег за золотом» теперь приступила наша любимая Анжела Единорожка. И у нее уже, кстати, 20 летающих тарелок. Хороший результат. Она насобирала очень-очень много тарелочек. Вот она, Единорожка. И ее результат 20 тарелочек. Ух ты, теперь мы можем что-нибудь открыть, искать сюрпризов. Интересно, какие бонусы нам попадутся сейчас? Открываем, мы хорошие, и в этот раз у нас попались 10 бриллиантиков. Так, у нас, по-моему, еще хватит тарелок, чтобы открыть еще несколько карт. А в этот раз, может быть, какой-нибудь все-таки герой нам попадется. Открываем, опять 10 бриллиантиков, представляете? 2 раза подряд нам попались бриллиантики. Ух ты, какой громадный енотик у нас против урагана Хэнка. В этот раз ему нужно поймать целых 12 огромных енотов. Ну а в игре «Бег за золотом» к испытанию приступает фермер Джинджер. Теперь тарелочки будет собирать он. Вот оно, смотрите, как разогнался, и у него пока нет ни одной летающей тарелки. Ох, вижу тарелочку на крыше. Давай попробуем до нее достать. Отлично! Мы все-таки достали эту летающую тарелку. Кстати, друзья, а вам понравился сегодняшний ролик? Если понравился, ставьте ваши лайки и подписывайтесь на канал Ушастый Кидс. Напоминаю вам, что новые ролики выходят у нас по вечерам в 17:00. Ух ты! Кстати, вы можете подписаться еще на мою страничку в Инстаграм, если вы зайдете с компьютера на шапку канала Ушастый Кидс, там будет значок Инстаграм. Нажимайте и переходите на мою страничку. Ну а на этом все, мои хорошие. Наши пушистики прекрасно выполнили все сегодняшние миссии. Надеюсь, что вам понравилось. Ну а мы с вами теперь увидимся в новой серии. Всем пока-пока. До новых встреч, ребята.